за първи път. И го изкарахме сполучливо. И вышли. И каза 23-ти псалм. И в 23-ти псалм е описывается. Момчетата бяха много вдъхновени, не искаха да си излязат. Забелязахте ли? И парни реально очень сильно вдъхновились и не хотели выходить из зала. Над 100 човека имаше в залата. Было больше 100 человек в зале. Целият затвор е 250 човека. Вся тюрьма с 250 человек. Имаше хора, които не бяха получили присъди, нямаше право да дойдат. Были люди, которые не получили осуждение, поэтому у них не получилось войти. И хора, които бяха на работа, също не можеха. И были люди, которые были на работе. Имаше и офицери, и социални работници. Там были и офицеры, и официальные социальные работники. И аз вярвам, че молитвата на този млад мъж ги докоснала. И верю, что молитва этого молодого человека их коснулась. Искам да ви кажа, че вратата на Евангелието се затваря. И хочу сказать, что ворота Евангелия закрываются. Аз не вярвам в мира, който се проповядва и че ще има мир. Словото ни пише така. В то, что пише, че ще има световна война. Мир. Армагедон. В слове описывается, някой ден ми дадат възможност, ще говоря за това. Това ми е любима тема. Если когда-нибудь мне дадут слово, я об этом расскажу. Это моя любимая тема. Но искам да ви кажа, че мир няма да има. Ще има все по-зле и все по-зле. Мира не будет. Будет еще хуже. Мира е тук вътре в нашите сърца и Той е Христос. Мир находится в нашем сердце, и это Христос. Амин. И искам да ви кажа, че Христос идва скоро. И хочу сказать, что Христос скоро придет. Аз също го казах на момчетата там. Я это сказал и може да дойде време, в което няма да може да влизаме вече. Что придет время, когда мы не сможем туда больше заходить. И аз затова ви умолявам. И поэтому я вас очень прошу. Колкото може повече да служим, да излезем и да служим. Насколько это возможно больше служить, выходить из церкви. Иисус Христос излезе извън. Иисус Христос вышел за чертите на града, за да служи. Извън чертите на храма, извинявам се. За черты храма, чтобы служить. Той се молеше в храма. Он молился и в храме. Всеки ден, разбира се, но излизаше и служеше на хората вънка. Чтобы служить людям, которые на църквите вече е станало удобно да стоят вътре и да са хвалим, извинявам се, да хвалим Бог, но в церквях, удобно хвалить. Ни е да сме приятели тук, да ни удобно быть здесь друзьями, с познати хора, мили хора. Знакомыми, с хора, това не е истината. Но истината не, е да излезем навънка в том, чтобы выйти и да наобиждат, да накърняват, да набият, ако трябва. Но да кажем Божието Слово. Но мы должны говорить о Божьем Слове. Аз за себе си ми е мъчно, че само в затвора мога да ходя. И мне обидно, что я только в тюрьму могу попадать. И са моля тая болница отпред да я отворят и да почнем да влизаме тук. Я молюсь о том, чтобы эту больницу тоже открыли, чтобы мы тоже туда могли ходить. И не знам за вас как е, но аз сърцето ми гори да ходя и да благовествам. Не знаю, как вы себя чувствуете, но мое сердце говорит дара. О том, чтобы идти туда и проповедовать. И даже когато се помолих, казах, Господи, дай ми заместници, аз вече отивам 66 костатка. Господи, мне скоро уже 66, искам дай ми какого-нибудь заместника. Сочен ден случайно вот насам. Сочный мальчик. Защото се помолих един ден пак така. И бяхме просто на служба, я помолился, увидел на службе. И Господ ми каза, питай Рома. И Господь мне сказал, ето спроси Рому, вот он. И сега какво каза ти вече, искам всеки да си каже. И я хочу, чтобы каждый из вас тоже поделился. Да. Эди вот передал мне микрофон. Эди мне передали микрофон. Я думал, что говорить, что свидетельствовать. Мистик за то, как вода кажет. Сейчас Эди прям в точности сказал слова, которые хотел говорить я. Сега Эди повторил с точностью, думайте, какую-то вас из когда кажет. И вот он сказал, что Бог ему ответил про то, что я, чтобы я был его... То есть, что Господь мой отговорил, аз да сам не губе помощник, да, потом заместник, да, потом заместник. Я когда это услышал, думаю, где я, где тюремное служение? Скорее сама, скорее затворническое служение. Думаю, ну ладно, посмотрим. И сказах ими добре, еще видим. И вот в четверг, когда перед тем, как поехать на служение в тюрьму... И в четверг приди да заменим за службу в затвора. Ну, вообще последние недели, такие месяцы, очень много разных дел. Последние седмицы и месяцы бяха доста тежки, много дел. И по работе, и по служениям. И задачи в работе, в служении. И у нас как в среду начинается. И в среду, от среды за почвами. И до воскресенья. И до недели. И там понедельник, вторник, только более-менее свободные вечера. И понедельник, вторник, самые свободные вечера. И вот мы в обед в четверг шли туда. И в четверг по обед утидухме там. И было немножко такое подавленное настроение. И мы малку такая лошу настроение. Усталость. Изморение. Я думаю, как мы там будем служить? Мы все тут уставшие. И скажи, как че служим всички толково сме изморение. И когда люди начали заходить. И когда-то хората започнаха да влизат. И поскольку
у меня все равно как-то жизнь вот связана с, частично вот с тюрьмой. Животами, малку и свырнулся затвор. Потому что у меня папа раньше в молодости работал надзирателем за в тюрьме. За что-то баштами и конвоиром. Ты работал, като позачивав затвор, като военин. И он мне все это рассказывал, быт, устройство. Бето и устройството на затвора. Показывал мне там по дороге тюрьмы, где у нас в Молдове расположены. И мне показывал, что затворите в Молдову. И я думал, что это, ну, такая тюрьма легкого режима, раз нас туда пускают. Если их чештомцы не пустили там, значит, твой затвор со слег режим. А оказывается, там есть те, кто и на пожизненное приговорен. Там имаш и доживотен режим. И я думаю, а как мы, вот как они будут нас, вот для меня было непонятно, как, что говорить. Ясно, как вода им кажа. И еще они, когда вот пришли, зашла вот эта толпа людей. И куда-то влезет тази толпа на хора. И все навеселе, хихи, ха-ха. И всички така се чувствуха доста весело. Вначале не слушали. Смяха се, не слушаха. И просто ты наблюдаешь одно слово. И просто ты наблюдаешь, казва се едно слово. Девчонки там хваление, прославление. Правят прославление, хваление. И ты прям чувствуешь присутствие Божье там. Ты усещаешь Божието присъствие. Насколько там, оно прям осело. Колко силно слези. И у меня резко появились силы. И изведнъж ми се появиха сили. Появилось желание, появилось настроение. Все вот это упадческое такое настроение, оно улетучилось. Цялото милош настроение се примахна някъде. И я начал смотреть и вглядываться в глаза каждого человека. И започнах да се вглеждам в очите на всеки един човек. И я начал видеть, как они действительно задумываются над словом. И видях как се замислят над словото. У них действительно начало меняться выражение лица. Започнаха лицата им да се променят. Как они вот уже там третья, четвертая песня хваления. Третья, четвертая песня на хвалението. Как они начинают громче хлопать. Те започват по-силно громче да пляскат, петь, где на русском, да где пеят, на болгарском. Где на русский, где на болгарский. И когда Эдди вот говорил свое слово. И когда Эдди излезет да каже словото си. И ты просто смотришь на лица людей. И глядаешь лицата на хората. И видишь, когда он что-то говорит, какое-то откровение. И видишь, когда той казва някакво откровение. И ты просто вот человек сидит с задумчивым лицом, человек слушает. Человек замислен вид, стои и гледа. И тут у него откровение, он такой. Да. Просто да, у да, человека да. от задумчивого вида глаза вот он наполняются жизнью. Изведнъж очите му се пълнятся за живот. И я действительно наполнился, мне аж самому захотелось истина, тоже что-то сказать, и поиска също да кажа нещо, тоже молиться. Да се моля. И я молился, меня Эдди попросил тоже и засвидетельствовать. Свидетельством да се моля. И был один пастор, который рассказывал чудесное свидетельство о своем воскрешении. Рассказывавший свидетельство за своето воскресение. И мне времени практически не осталось. И не ми остави никакого времени. И я думаю, это как раз таки, чтобы я в следующий раз пришел и рассказал. Явно из-за того, за дойда следующий пот и да расскажа. И вот я сколько говорил, что когда пришел в церковь. И куда ты дойдох на церковь? Я говорил, ну я не годен ни для какого служения. Сказах, не сум пригоден за никакого служения. Ну вот где я и где вот люди служителя. Где са тези хора служители? И потом, хоп, Господь доверил одно служение. И извинишь, Господь мне доверяло одно служение. Потом второе. После второго. Потом лидер молодежки, лидер на молодежку служения, пастор молодежного служения. На служения. И я такой думаю, ну все, ну на этом типа. И все казах, добре, явно сам дотук. Потом, хоп, я в прославлении успел попеть. В прославлении я думал, я со своим голосом и я слухом казах, в прославлении. Глас и слух в прославлении. Но у Бога есть другие планы. Бачи, Господь, има другие планы. И про тюремное я тоже никогда не задумывался. Никогда не замыслях за затворническое служение. Мне всегда было интересно. Беше ми интересно. Но у меня всегда было в понятии такое, что обаче, като разбиране има, там люди будут принимать и воспринимать слово тоже слово от сидевших. Само този, който се е намирал в затвор. А оказывается, не только. Се оказа, че не само. Оказывается, что ну, Бог действительно может касаться сердец Господь так, что да им по неважно, там, начин, и не важно, дали си сталкивался ли ты с этим в жизни или нет, живот или не. Но когда действует Господь, бачи, когато действа Господь, Он разрушает все рамки. Той разрушава всички те рамки. И я вот перед началом, когда думал, что ну, навряд ли я для этого служения. И преди да вляза си мислих, че не съм сигурен за това служение. Но там я загорелся. Бачи, я действительно захотел. И поисках. И действительно быть и в этом служении да также. Да бъде и в това служение също. Потому что, как мы знаем по Библии, вот Иосиф был в тюрьме. Защото, как мы знаем в Библии, это Иосиф също был в тюрьме. И там он служил людям, и мы знаем, на хората, к чему привело, насколько знаем, он высоко там находился.
И по Библии мы знаем, что Иисус не пришел для праведников, а Он пришел для грешников и спасать их. И ты видишь, насколько это большое поле для действия. Насколько там люди готовы впитывать. И ты понимаешь, что ну, они тоже люди, они просто ну, сделали ошибку в жизни. И мы не должны на них ставить крест, а мы наоборот должны давать им надежду на жизнь, надежду на исправление. И они должны понимать, что да, в этом мире там, за их какое-то прошлое могут их не все любить. Да, может быть, заради тяхнуто минало в този свят може да не ги обичат. Но то, что Бог их любит, они должны знать. Трябва да знаят, че Господ ги обича. И тогда действительно я верю, что их жизнь будет намного лучше, намного красочнее. И потому что Бог будет усматривать им действительно людей, которые будут их окружать любовью. Господь ще им дава хора, които ще ги заобикалят с любов. И это было мощно. Вот что я могу сказать, что это действительно было мощно. Такое присутствие. И вот казалось бы, ты идешь, служишь, отдаешь силы. Сестру, че ти отиваш да служиш и си даваш силите. Которых, как бы казалось, и так нету. Но я настолько наполнился, настолько перезагрузился и перезарядился, что, да, у нас еще в четверг была вот духовная лекция под духовной академией. Мы немножко опоздали. И еще половину я прослушал. И половина-то не можах да я чую. Потому что я все еще находился там. Там. Я настолько Дух Святой меня напитал, что я уже строил, что я буду говорить, и что я буду делать в следующий четверг, следующее служение, что еще можно говорить. Меня настолько понесло, что я в определенный момент такой, а, стойте, у нас же лекция, я должен слушать лектора, и а не... Но след някое време се сетих, че съм на лекция всъщност. Это было круто. Обаче это... това беше много силно. Слов нету, это одни эмоции. Само емоции. Може би, ако има време, да кажа подобно. Все было интересно. Беше много интересно. И это правда был выход из зоны комфорта. И това наистина беше... Да излезешь от зоны на комфорт. Когда я там стала играть, започнах да свиря там. Мне даже не как-то было неловко смотреть на них. И мне беше неловко да ги гледам. И я на них не смотрела. И даже не ги гледах. Вот. Ну, вот. Ну, а у Ани есть больше, что рассказать, могу перевести Аню. Давай. Все? Да. Ну, я тоже не представляла вообще, как это все будет происходить. Слышь, что мне себе представях, как всичко ще се случва. И, конечно, и сил реально не было, и как-то и не хотелось уже. Нямах сили и желания вече. Всегда перед таким служением вообще тебе ничего не хочется делать. Винаги преди службите и служение, нищо не искам вече да ги правя. И когда зашли в тюрьму, конечно, там такое ощущение было странное. И когда влязахме в затворе, имах много странно усещане. Все внутри сжимается. Всичко вътре се свиваше. И везде вокруг вот эти решетки, и там люди наоколо ходят. Са решетки. И все внутри курят, смотрят на тебя. И хората вътре пужат, гледате. И ты прям вот такой вот весь сжимаешься. И ти се свиваш малко. Ну и все, и нас потом подняли в зал. После се качихме в залата. И начинали заходить люди, конечно, такое переживание внутри было. И когато започнаха да влизат хора, малко усещах притеснение. Вот, и потом мы уже начали петь. Започнахме да пеем. И реально пришло очень сильное присутствие. И усетих силно присутствие. И в таких служениях просто ты думаешь, я просто инструмент, не хочу ничего делать. И в такого служения си мислишь, че аз съм само инструмент, нека само Господ через мен да извършва служение. Да, просто очень важно отдать полностью себя, ни о чем не думать. И много важно да не мислим за нечто, просто да дадем на Бог целия контрол върху нас. И в какой-то момент я почувствовала, что к концу песни у меня голос просто пропал, его не было. И усетих, че към края на първата песен гласа ми започна да... исчезла. Вот. И хорошо, что Эди позвал еще одного служителя, музыканта с нами. Добре, че Эди покани още един музикант, служител с нас. На второй песне он уже пел больше, я покупала. Вече повече и как-то вернули силы, и было очень круто. После завърнаха силите, беше яко. И
да, просто на глазах менялись их лица. И перед учителями просто лицата им се смениха. В общем, да, Бог очень сильно действовал. Бог силно действовал. И наполнил нас прям очень сильно силами потом, реально очень вдохновились так. След това имахме сили, ние се вдохновихме също. И просто как бы нас было немного по сравнению с всеми тюремщиками. Что-то ты бяха 100 человек, а не бяха Бог саму даже седим. Через такое маленькое количество сотворил многое, можно сказать. Дори через малкое количество Бог сотворил нечто много хубаво и гуляло. И сотворил свое сильное действие. И имаше силно действие. Ако мога да помоля пастор Андрей, благодаря ви. Искам да насърчим тези млади хора. Я бы хотел вдохновить этих молодых людей. И първо благодаря на Бог за тях. Поблагодарить Бога за них. И после да се помолим да ги окуражим с нашите молитви. И хотел бы, чтобы мы помолились. Започнат да служат. Чтобы они начали служить. И не само за тях. За всички вас тук, които цъфтите, красиви них, лица тук, млади момчета и момичета. Молодых. Ние си отиваме от този свят. Не знам дали ще умре или ще бъда грабнат. Аз вярвам, че ще бъда грабнат. Мы скоро уйдем с этого мира. Я не знаю, как я умру своей смертью или меня заберут. Но не трябва да предадем штафетата. Мы должны передать кому-то эстафету. Така че искам да помоля пастор Андрей. Поэтому я хотел бы, чтобы пастор Андрей помолился. Ако може да се помолим за тях. Може ли да протягнем ръце? Давайте церковь. Кто хочет послужить, тоже можете выйти. Дорогая церковь, давайте мы прострем наши руки, благословим наших ребят. Протягнем ръце. Ава Отче, слава и хвала Тебе, Господь, благодарим Тебя за эти горячие и горящие сердца, Боже. Благодарим за эти горящие сердца. Боже святый, мы просим и молим Тебя, Господь, о Твоем помазании для них. Молим за Твое это помазание, за тях. Боже святый, используй их, пожалуйста, в своих руках. Используй их в рецете си. Очищай их, пожалуйста, от всякого беззакония, от всякого греха, Боже. Очищай их от всяких грехов и беззаконий. Пусть они пребывают в Твоей праведности, Твоей чистоте и святости. Нека пребывают в Твоей это праведность, чистота и святость. Для того, чтобы в точности исполнять Твою волю. Да можем в точности исполнять волю Твою. Боже святый, направляй их, пожалуйста, по своему пути. Напутывай их по Твой пот. Направляй их в те места, Господь, где особенно нуждаются в их присутствии, в их служении. Насочивай их к места, где они нуждаются в тяхнуто служении. Боже святый, зажигай их, пожалуйста, своей любовью. Запалывай их со Твоей любовью. Чтобы каждый, кто соприкоснется с ними, загорался Твоей любовью. Всякий, кто се докосни до тях, да докосвай Твоя любовь. Боже святый, мы просим Твоего благословения для этого тюремного служения. Благословение за Твое затворническое служение. Господь, просто раскрывай, пожалуйста, сердца тех людей, кто нуждается в Твоем благословении, в Твоем спасении раскрывай через этих служителей. Сердца на хора, които се нуждают в Твоето служение и благословение через сердца на тези хора. Дорогой Господь, мы верим, Боже, что Ты приготовил их для своих больших чудесных дел. Скопи Господь, не верю, мы чтись и подготовил за Твои эти великие гулейные дела. Дай им, пожалуйста, единство. Дай им единство. Дай им одно сердце. Дай им одно сердце. Один дух. Один дух. Одно понимание. Одно разбирание. Боже, и благослови их огромной, огромной Твоей любовью. И благослови через Твою эту огромную любовь. За все Тебя благодарим, Господь. И Тебя благодарим за все. Молимся во имя Иисуса Христа. Молимся во имя Твоего Иисуса Христа. И народ Божий скажет. Божий народ мне скажет. Аминь. Слава Господу. Спасибо за ваше служение.